спасибо большое, что пришли. Это на самом деле для нас такой своего рода эксперимент играть вот такой сольный концерт open air. И в таком потрясающем месте, как Аптекарский огород, я благодарен очень Алексею и всему руководству за предоставленную возможность. И, конечно же, торговому центру «Времена года» за то, что спонсирует вот это мероприятие. Мы решили, что лучше будет, если я потихоньку буду вам перед произведениями объявлять и чуть-чуть о них рассказывать, о некоторых произведениях. Так интереснее, думаю, чем просто сразу все объявить или там программки и так далее. Конечно же, в дань тому, что я, в принципе, вырос в Москве и обучался в Москве, и окончил Великую Московскую консерваторию, мы бы хотели начать нашу программу с двух произведений Петра Ильича Чайковского. Это будет «Ноктюрн» и «Пеццо капричоза».